Постановлением правительства Московской области утвержден новый порядок расчета за вывоз твердых коммунальных отходов с территории садовых некоммерческих товариществ. В Люберцах региональный оператор подписал дополнительные соглашения уже с 12 СНТ. В одном из них побывали мои коллеги. СНТ «Мичуринец» в деревне Торбеево образовано в 1992 году. Здесь 170 домов, в 52 из них люди живут круглогодично. Договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами жители заключили 5 лет назад. Каждый год он автоматически пролонгируется, но в связи с изменениями в законодательстве члены СНТ оформляют дополнительные документы. Региональный оператор заключает дополнительные соглашения с садовыми товариществами и переводит на норматив те СНТ, которые ранее были по факту, и годовой объем вывоза у которых к прошлому году не превышал нормативный, был значительно ниже нормативного объема. Норматив на садовое товарищество составляет 1,48 куба в год на один участок. Если считать в деньгах, то в месяц это 114 рублей. В соглашении прописан новый график вывоза мусора один раз в неделю и тариф, в соответствии с которым он будет осуществляться. Оплата для всех СНТ единая, она вносится каждый месяц. Дополнительных трат у людей никаких нет. Мы заключили с ними договор. Хорошо в том, что они по графику вывозят всегда мусор. И всегда четко, без всяких проблем. Раз в неделю у нас вывозятся вот контейнеры. Но у нас есть еще одна площадка, где у нас бункер. Там тоже так же у нас по графику раз в неделю вывоз производится. До конца года в городском округе Люберцы дополнительные соглашения с региональным оператором будут подписаны еще с 5 садовыми товариществами. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ.